the digit. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. Get your goddamn ugly ass on. Всем привет, с вами Бумажные изделия, Гриль и Валера. И сегодня мы будем исследовать заброшку. О, как ваше настроение сегодня, друзья? Круто! Классно! Ну что, погнали? Ебать, это что, ржавчина? Капец! Пацаны, здесь лестница. Ебать, еще ржавчина. Ладно, неважно. Вы готовы призывать? Да. Да. Пизда! Ну, погнали. Ёб твой блядь. Ginger? Итак, зачем звал? В одном из городов появилась странная активность. Я вызвал тебя, чтобы избавиться от нее. Так я ведь один не справлюсь. Мне нужна команда.
Ну, есть парочка людей, их состав такой. Первый — это Агузик, ты его встретишь по дороге в город. И все? Еще двое, я вообще хуй знает где, но мне лень их искать. Вообще иди нахуй отсюда. Ладно, ладно, иду, гомонись ты. Пидорасина. Чё ты сказал там, э? Куда ты лезешь, хуесосина? О, здорово. Здорово, мужик. Как дела? Норм, приехал заправиться и тебя забрать. Для чего? Да так, есть одно заданице. А для этого мне нужен ты. Пойдем, расскажу тебе. Восемь ебучих часов спустя. Понял? А можешь еще рассказать? Нет. Ладно. Ладно, залезай в машину, я пойду за бензин заплачу. Старик, мне полный бак. Иди заправляй, деньги потом отдашь. Окей. Все запра... А куда дед делся? Ладно. We'll be right back.
Классная деревушка. Хочешь изучить ее? Да. Так, тут нужен ключ. Пойду поищу его. Нашел. О, ебать, печка. Тут есть разные ништяки. Карта другого города. Насрать! Камень охуенный! Окей. Странно. Что такое? Тут доски неправильно лежат. Ну, нормально тут мусора. Бля, ха-ха-ха-ха, блин, в ведре. Окей, так, тут еще один проход. Ё-моё, что-то... Охуеть! Валим. Ой, ебать, нормально, я так вчера набухался. Стоп, а где это я вообще? Ну, хотя бы двери не закрыты. Опа, это же то самое здание. Фу, капец здесь вонь.
Чувак! Ля, что это было? Хз, но лучше давай валить отсюда. Да, надо валить. Ебать! Ебать! Кстати, мы как раз в городе. Давай найдем убежище. Давай. О! Давай сюда, тут машина рядом. Думаю, что сперва стоит отдохнуть. Завтра тогда поедем. Доброе утро. Доброе. Ну что, выдвигаемся. Кстати, прежде чем все же наконец-то лечь спать, я кое-что вспомнил. Что же именно? Рядом тут есть церквушка. Нам стоит туда заехать. Ну так поехали. Хватит яйца морозить. Так, мы на месте. Хуй бы там хуйни это не было. Монолит, монолит, вернись к покинутым детям своим. Мне нужно вспомнить. Монолит, помоги мне, не оставляй меня, монолит. Не оставляй нас, твоих детей. Почему ты нас оставил? Мы плачем, мы ждем. Твои дети ждут тебя. Твою мудрость, твою силу, твой свет. Мы сильны твоей волей. Монолит, ты направил нас. Дал нам видеть и знать. Священник, ты серьезно? Да. Пизда. Не матерись, монолит все видит. Ты его знаешь? Один из нашей команды. А что произошло? Распалась. Ладно. Священник, нам нужна твоя помощь. Это связано с мясным. Мясной? Да поможет нам монолит. Пока еще есть день, давайте поедем по мосту.
О, тут наша остановка. Классно, самолет плюхнулся. Думаю, нам стоит изучить поподробнее. Пацаны, валим нахуй! Блин, машину просрали. Не ругайся, никуда она не пропала. Просто пошли обратно за ней. Да. Нужно убежище. Кстати, я вроде видел, слева по трассе какое-то здание есть. Давайте туда. Доброе. Доброе утро. Так. Нужно ехать дальше. Ну, тогда едем дальше. Еще одна деревня. Зайдем в амбар. Окей. Карта? Карта находится наш следующий напарник. Валим нахрен отсюда. Дьявольское отродье.
но не из города. Я знаю, где лодка. На нем можно уехать отсюда. Вот мы и здесь. Я открою дверь. Поехали. Приехали. Ты, видимо, очень хорошо знаешь этот край. Да. Спускаемся. Садитесь в грузовик. Я за руль. Карта. Только не стреляй по бочке. А? Бля! Святые угодники. А, погоди. Я, кажется, вас знаю. Знакомая рожа. Чувак! Ты его знаешь? Ну... Это что за карта? Сейчас расскажу. Нахуй! Удачи вам. Ага.
Лифт не работает. Ну пиздец. Давай я. Я когда-то был специалистом в этом. Хорошо, мы тебя прикроем. Ты кто? Закройся. Бля, вопрос остается открытым. Вы пришли за жопами снова? Нет. Я же знаю, что вы должны здесь пустить. Я вам не дам ответ здесь. Ведь я великий скелет Пальмера. Поэтому я вас убью. Ну, попробуй. Пацаны, я с вами. Все, я закончил. Уходим. Вот эта база. Здесь на берегу остановились. Так, что будем делать? Будем пробираться по-тихому. Прям как в PD2. Первым делом мы подплываем на катере до берега. Потом тихо заходим в здание, проходим охрану. Спускаемся на лифте к порталу. Я ввожу координаты. Заходим, забираем устройство и быстренько уходим. Это все? Да. Ну, тогда погнали нюхать бабра. Тут нужен пароль. Одному из нас придется отправиться за паролем.
Как это там? Моргеншеф. Да, шеф. Ты отправляешься за паролем. Ок. Пароль 3275. Все, погнали дальше. Нихуя. Довольно большой. Ждите, я его настрою правильно. О. Так ты знаешь, как работать с этим? Я раньше здесь работал просто. Так, готов. Доброе утро. Отпусти нахуй. О, ну если ты так хочешь. Приземлился. О, ни хрена. Хорошая пещера такая. Так, а это что? Кому нужна эта опасность? Свали отсюда. Неплохая такая штучка. Ладно, время возвращаться к своим. О, по делу ты? Да. Что тут у вас происходит? Пиздец, как видишь. Сейчас за базар ответят.
Валим. Боже. Пиздуем вниз. О, нифига себе, я бегу! Водила, дай фрезган. Держи. Спасибо. Ебать! А, опять ты. Да, это я. Бля, я сейчас нам на помощь вызову. Пацаны, вы держитесь-то? Позвони своей бабушке, ей будет приятно. Если ты будешь против веры в монолит, то тебе будет плохо. Ай, ты меня слышишь? Не надо два раза повторять, мне из первого плохо. А, ну ладно, ты сам вырыл себе могилу. Что-то вы не похожи на тех, кого нужно бояться. И все же такие выскочки, как вы, не представят для меня каких-либо трудностей. Здорово, сука! Эндастрил мага, клэкомблэ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 
Кто думал, что ты стену выйдешь? Силой HD. Мне на стены пофиг. Это мы еще посмотрим. Пацаны, уходим. Да открывайся ты, сволочь, окаянный! А вот и мой лом.
То есть дедом, что же с ним? Заберем его. Да, лучше будет его забрать. Магов чертов. Поехали. Сюда. Кстати, когда я был по ту сторону портала, я видел карту. Думаю, нам нужно туда сходить. Тогда идем. Священник, ты ответственен за деда. Ладно. Что такое? Это ведь его хата. Да ладно. Я тебе серьезно говорю. Так, тут должно быть тогда что-то полезное. Нихуя себе. Водяра. Ладно, так. Тут записка, в ней код. Только от чего не знаю. Нам на тот холм, идем. Солдаты удачи, мы верные воины белых богов. Запад татарят, а с юга прет хачик. За честь и за родину встанем щитом. Сегодня день победы встанет, его бьют и селят со стены. На ринге вновь побежали венты, над качами гумят со стены. Сегодня день победы встанет, его бьют и селят со стены. На ринге вновь побежали венты, над качами гумят со стены. Можешь быть нищим, врачом, депутатом, можешь бандитом и даже ментом, но быть патриотом ты просто обязан. Вставай под знамена наших колонн. Сегодня день победы встанет, его бьют веселя со стены. На ринге вновь побежали венты, над качами гумят со стены. Сегодня день победы встанет, его бьют веселя со стены. На ринге вновь побежали венты, над качами гумят со стены. Со стены. Над качами гудят со стены. Сегодня день победы встанет. Его бьют веселя со стены. На ринге вновь побежали венты. Над качами гудят со стены. Это тут. А где дед? Я его в том доме закрыл. Ок. Одну секунду. Готово. Большой.
Так, тут еще один нужно код вставить. Сейчас, подождите. Все. Приехали. Так, заходим в хату, пацаны. Ну, и чё ты нас звал? И нашёл инфу, потому что увидели в Радмерче. И что? В городе Йорк есть секретная база внутри высокого здания, только вход находится в метро. Я вам видел путь на карте, куда вам надо идти. А трудности есть? Вам нужно найти будет 3 ключ-карты. Пацаны, где сбежал? Как так? Блин! Идем. Действительно сбежал. Что за дедом не следил? Идите лучше займитесь чем-нибудь полезным, а не на меня глазейте. Ладно. Мы на месте. Я вас скидываю. Погоди, я думал, ты нас просто на земле отпустишь. Закрой свой рот, ебучий ёбок ты сучий! Никогда не буду доверять приматам. Насрать, поехали на точку. Так, приехали. Ну, я думаю, вы знаете, что делать.
Заходим. О, Моник. Это что, комната управления? Типа того. Так, я сейчас его настрою. Здорово, еблон! А я все думал, когда же ты появишься. Ты что творишь, Акозак? У меня для вас есть одна история. Но я вам ее не расскажу. Хотя... Иди ты нахуй, черная волосатая жопа! Где мы? Помнишь тестовый полигон с бункером? Да. Там кто-то есть. Вас наконец-то перенесли сюда. А ты что еще такое, дьявольское отродье? Тот, кого хотите убить. Да кто ты, блядь, такой? Заебал, не тяни. Мясной. Thank you.
выражение, молодёное течение, достойно уважения. Сделай то, что хочешь, будь самим собой. Мир уличного спорта, окунись головой. Паркур, паркур, новое движение, путь самовыражения, молодёное течение, достойно уважения. Сделай то, что хочешь, будь самим собой. Мир уличного спорта, окунись головой. Кроссовки и шнуруюсь покрепче, ноют старые раны, но расслабляться мне рано. Только встал я с дивана, полдня смотрел футурам, сказал я папе и маме, я по делам. Я вышел из дома, размяться вроде бы надо, пройдусь по тихой бы трассе, затем сверну на террасу, и дальше след мой простый. Встречаемся в 10 на крыше, кто сможет. Наконец-то! Ух, успел. Так-то необычный дед. Да, есть такое. И да, вы рано радуетесь. Нужно еще убить двоих. Один это наблюдатель, а второй это голов. Возможно, стоит внести некоторые коррективы. Thank you.
Хули ты так пиздошишь, блядь, заебал? Сука!